Одной из самых громких склок этой недели по праву можно считать обмен любезностями между Асель Кодурановой и Исой Умуркуловым. Ее вице-спикер, однопартиец, предложил снять с должности, притом не вполне законно, и таки это у него получилось. И пусть политики друг на друга не кричали, вот что сказала Кодуранова Умуркулову. Вам, как-никак, лучше известно, чем другим, что сильный мужчина выбирает себе противники сильного и достойного мужчину. Слабый мужчина выбирает себе в противники женщину. У вас это сегодня получилось блестяще. Я вас хочу поздравить с этим. Да, выражение сексистское, но женщина абсолютно права. Коллег по цеху, очевидно, фраза позабавила, и они с нетерпением уставились на Умуркулова в ожидании того, что же он ответит. И вот что он парировал. Это всего лишь политика. Вы сами начали. Вы сами начали. Он эту фразу в песочнице услышал. Он бы еще лопаткой пластмассовой в нее кинул. Не политика это, и Саша Шинкулович, а дед сад. Смотрите, они играют в совещание. Кому десерт? Как это унизительно. На той же почве повздорили и двое других членов Джугуркуки Неша. Берболовец Алтынбек Сулайманов настаивал на том, что спикер плохо работает, и предложил ротацию всех – и Дастана Джумабекова, и обоих его заместителей. На что Турага отметил, что депутат не вправе высказываться подобным образом. Повздорили политики громко, аки-хабалки, ну, как и подобает людям на высоких политических должностях. Да так, что Сулайманов бросил спикеру. Вы еще не доросли. «Не кричите на меня». Извините, конечно, но вы еще мальчик, чтобы на меня кричать. Не доросли. В другом месте кричите, понятно? А ты меня напонял, понял, не бери. Понял? Эльвира Сурабалдиева призвала коллег к порядку, отметив, что они позорятся, притом не впервые, и над ними смеются 6 миллионов населения. А как не смеяться, если при просмотре заседаний до конца никогда не ясно, это Джугуркукинеш или цирк? Кстати, тот же самый депутат, до которого не дорос спикер, за несколько дней до заседания давал интервью радио «Морал», в котором отметил, что наш парламент сплошь поддерживающая власть Подхалимы, и он в том числе. Я не могу обособиться от всех, мне нечего бояться, бизнесом не занимаюсь, но для команды или чего-то другого могут возникнуть такие ситуации. Если мы будем это отрицать, то солжем. Да вы что, спасибо за честность, конечно, только вот одной честности для депутатства кажется маловато, еще бы хотелось хорошей работы. Но зато теперь стало ясно, откуда нелогичные, но коллективные решения нашего парламента. Один за всех и все за одного! Только вот на мушкетеров народные избранники совсем не похожи, идеалы у них другие. Еще одна ссора произошла на обсуждении проекта «Безопасный город». Тогда раскричались Рыскельды Момбеков и Кубатбек Буронов. И когда я смотрю на заседание наших властимущих, единственное, что мне хочется сказать – девочки, не ссорьтесь, записывайтесь на ноготочки. Олеся Цурикова, Эльдияр Биктимиров, Рустем Раймбеков, телеканал «Апрель».